сибиряки. Там майку Динамо тогда я тебе организую. Наверное, футбол. А то он мне не ответил даже в Инстаграме в директ. А он знатный парень, да? Всем привет, друзья, с вами Андрей. Это канал «Футбол – это жизнь». И вот дождался я, наконец-то мой канал залетел. Действительно, профессиональный футболист, действующий профессиональный футболист. Это Виктор Кудаев. Привет, Вик. Виктор Хугаев, защитник футбольного клуба «Динамо Барнаул», ранее выступавший за «Академию Чертанова», «Чертанова-2» и «Анжи-2». Так, ну сейчас мы с Витей пробьем серию пенальти и посмотрим, как все закончится. И позадаю ли я Вите вообще вопросы. Поехали. Я так. Итак, первый вопрос. Ты на действующем контракте сейчас в «Динамо». Да. Получаешь реальные деньги. Да. Зарплата обычно. Есть ли сумма о нераскрытом галочку? Да нет, ничего. В принципе, 20 тысяч рублей. Это не огромные деньги. Не скрывать ничего. Так, а мне стоит сейчас такой вопрос? А? Вот этот вопрос. Да, хочешь мне? Просто. Ну, окей, это просто как информация. Да, вообще. Я задавал этот вопрос уже одному футболисту, но все равно, но это уже он как прошлый футболист, поэтому у тебя самая дорогая покупка на действующий момент. Первый автомобиль. Марка назад. Toyota Avensis 2003 года. Японец такой, сумма. Ну, 470, но кредит. Ну, а если из таких... в том, как убежать. Да, да, если из таких, наверное, мобильный телефон. Самая такая дорогая покупка. Ну, если... 470 тысяч машина, а телефон? Ну, 50-50. Хорошо. Так, второй вопрос. В трех словах скажи о барнаульском «Динамо». Амбиции, мужики. Наверное, футбол. Все хорошо. Третий вопрос. А с кем из «Динамо» тебе, ну, вот, приятнее всего играть на поле? Ну вот прям химия у вас десяточка. Да, со всеми приятно. Нет таких. Но если ближе ко мне, то... Типа как банда, может, у вас какие-нибудь там есть? Ну, видишь, как бы есть такое небольшое разделение, что прям огромное. Молодые футболисты или взрослые. Например, мы с Мишкой Осипом прям, ну, близко общаемся, постоянно на выездах вместе живем. Наверное, он ближе всего так. Ну, Димка Попов. Правда, в последнее время он не попадает. Надеюсь, что будет попадать уже по основке. Тоже будет вместе с нами. А так, в основном, со всеми близко общаемся, дружим. Есть ли вот «Динамо» вот такой, типа, дедовщина? Не-не-не, я это не имею в виду, как бы вообще ничего такого нет. Не, ну это просто, чтобы... Да-да-да, как бы и Богдан Каюкин, и даже те же Влад Хмелевский всегда поддержат, всегда, наоборот, подбодрят, и помогут даже в чем-то. Не, вообще все супер. Все хорошо. Так, ну и что, четвертый тебе такой бонус, вообще, да? Вообще, да, давай. Твой самый запоминающийся матч в карьере? Конечно, понятно, что твой самый лучший матч – это еще в будущем. Ну, самый запоминающий, на данный, наверное, случился в 2014 году. Мы поехали в Испанию, играли товарищеский матч в Барселону. Наверное, самый мой. Мы сыграли 1-1, самый, наверное, запоминающийся. Ну, такое воспоминание прям будет, ну, эталон, так сказать, футбола. Там реально. Тем более, я симпатии. И обучаю, да, и я как бы и болезнь на всего, и обучают людей там совсем. Причем мы с Витей не договаривались, я просто так надел форму, типа, но это совпало. Совсем вообще другой футбол. И, наверное, самый, да, памятный мой матч. И не проиграли причем. Все, супер. Спасибо, Витя, большое за ответы. Ну и теперь традиционный вопрос, который не входит во все. Назови трех футболистов. Ну, либо, нет, не обязательно футболистов, трех людей, которых ты бы хотел видеть в правдивых пенальти, чтобы я у них взял. Михаил Осипов.
прям первое. А уже есть. Первое. Хорошо. А то он не ответил даже в Инстаграме в директ. А он зазнатый парень. Присмотрись. Михаил Осипов прям первое место ставлю. Богдан Корюкин. Хорошо. Я думаю, Богдан мне привет скажет по-любому за это. Ну и давай моего друга Дмитрия Попова еще. Все хорошо. Ну и так как ты выиграл и серию пенальти, и хорошо пробил свои удары, это тебе нужно придумать два мне наказания. Два, да хотя бы одно. Ну давай. Одно можно вообще слабенькое такое, которое прям в легкую, но второе прям такое. Не-не-не, эти два интересненькие. Давай, давай. Ну, чтобы мне приятно, команде. Давай тогда так. Одно будет в субботу. Играем мы против Снежного Барса. Давай так, минуте 15. Ты начинаешь заводить. Сибиряки, сибиряки. Ну, можешь не так. Не долго. Ну, что-нибудь, да, такое. Можешь кого-то позвать еще, чтобы ни одного. Все, барабан еще. Да, и давай тогда другую. Майку Динамо тогда я тебе организую. С фамилией даже, может быть. И на мой матч придешь тогда. Кенусы тогда. Ну, все. Серьезно, Майк? Да, давай. Давай так сделаем. Навсегда или на матч? Не, давай навсегда. Серьезно? Да, но я организую. Все, все супер, тогда все. Спасибо за подгон. Ребят, записали замечательный ролик. Обязательно подписывайтесь на Витю в Инстаграме. Ссылочка на него есть в описании. Подписывайтесь на мой Инстаграм, в котором будет множество наказаний. Потому что, мне кажется, я многим сейчас так проигрываю. Но наказания мы не выкладываем, потому что не пропустит такой YouTube. Поэтому в моем Инстаграме будут все наказания. Обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей. Виктор Кугаев. Спасибо. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. We going down.